живу на квартире, спаленной Раудкинским краем. Я хожу на работу, чтобы спасти от любови студента. Репетирую рядом с ГБ, шоком три запираем. Иногда я хожу на сквозняк, чтобы встретиться с кофе. Там знакомые лица, которых дожди не пугают. И грустная мама обаятельного кошмара. Вот уже третий месяц из моей головы не вылазит. Жаль, что я не застал Балтиморского парня Захара.